Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забрали свою награду, бежим быстренько в магазин и открываем бесплатную колоду. Крысиный король, естественно, кто же еще может мне выпасть? Так, идем сюда, забираем ревард и быстренько перемещаемся на нашего Рахзара. Так, смотрим, что нам нужно для того, чтобы прокачать. 5 кошек найти, 9 очков и 14 вот этих ячеек. Ячейки крэнгов. Давай я попробую, наверное, найти их. Я, конечно, не уверен, что... А, силовая ячейка крэнгов. Одна штука уже есть в копилочке. Вторая. Теперь будем здесь искать. Третья. Слушай, неплохо сыпется. Пока минус. Какой-то микроскоп. Зачем мне он нужен, а? Хорош. С этими микроскопами уже. Вы серьезно? Вы серьезно? Вы сейчас хотите мне испортить все настроение своими микроскопами? Ребят, что-то как-то не идут. Выпало. Так, мы с тобой выполнили уже задание, две штуки, поэтому давай забирать свои награды. Дальше у нас пройти серию испытаний, и потом еще нужно будет повысить уровень. Поехали, сейчас быстренько здесь с тобой забомбим. Я думаю, никаких проблем здесь не возникнет у нас. Но Бакстер Стокман все-таки. Давай-ка начнем с уклонения. Так, Майки пляшет. Довольный. Так, Усаги, попробуй заблокировать. О, не вышло. А так если? Да ладно, Лео, хорош. Сейчас ведь звезданет. Сейчас Бакстер что-нибудь... Нет, не успеет. Не успел, парнишка. Так что извини. У тебя был шанс. Ну, ты его профукал. Так, уничтожаем вот этих вот дронов. И переходим с вами. Так, пиццелийцы, нейтрализатор и саблезуб. Я думаю, что надо начинать, наверное, с пиццелийцева. Слабо, это было очень слабо на самом деле. Две атаки, окей. Хиляться нам пока не стоит. Забомбили пиццелийцева. Теперь я выпускаю волну. Так, ну эти консервные банки упадут. Это однозначно. Так, а вот саблезуба заблокировали. Вау, добили. Усаги сегодня в ударе у нас. Так, нейтрализатор, ты упадешь? Упадет. Ну и банки эти консервные у нас тоже рухнули. Ну что, неплохо мы с тобой пробежались по испытанию. Мы с тобой забираем ревард, поднимаем уровень персонажа и бежим с тобой на арену. Давай сделаем так. Забираем здесь ревард и повышаем уровень. Сколько у нас? 15 тысяч мутагена. Нам хватит, например, чтобы пропать Донни. Да, нам хватает. И он становится 73 уровня. Забираем остатки. И прямиком, прямиком, ребята, сразу же бежим на арену. Смотрим, кто у нас и что. Так, во-первых, мы с тобой упали до Лиги Сёгунов. Одна звезда, но ранг 13, поэтому мы быстренько с тобой сейчас вернем наше преимущество потерянное. Только надо определиться. И я вижу, что Перл. Хотя лучше Адиоса валить. Да, мы начнем с него. У него кубков нормально. Будем с тобой сыграем, наверное, вот этих персонажей. Ух, лишь бы сегодня не лопухнуться. Это единственное, о чем я прошу. Чтобы Леонардо меня не подвел. Давай, Лео, покажи свою прыть. Поехали. И Лео послушал меня. Ребят, ну еще бы он не послушал своего сенсея. Ну, правда, сенсей у него это Сплинтер. Ну, я, как бы, скажем так, главный над ними, над всеми. И над Сплинтером тоже. И, да, мы вернулись с тобой в Лигу Сёгунов. Две звезды. Так, интересно, мы сегодня сможем пробиться в мастера? Как ты вот думаешь, а? Если мы не будем с тобой глупить, я думаю, что шанс у нас есть. Так, 54-55, я думаю, что можно даже вот так вот сделать. И Ваню сюда возьмем. Вот этой командой должны разрулить. Я хочу как можно больше разыграть слабых своих персонажей. Давай, Лео, не подкачай. Слушай, он сегодня в ударе у нас, оказывается, Леонардо-то. Ты посмотри, одного за другим косит. Хм, молодец, меня он устраивает, радует в этом плане. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Позиция у нас 77-я. Слушай, медленно продвигаемся, наверное, не получится. Значит так, Себастьян, Андре и Алексей у нас здесь. И будем мы драться с Себастьяном.
У нас с тобой 7 откатов. Так, железная голова, подожди пока. До тебя очередь дойдет. Рискую немножко, но все-таки это риск оправданный. Ты сам понимаешь, почему я сейчас хочу бустануть. Пора уже продвигаться. Неделя скоро закончится, да? А мы с тобой, как говорится, еще из сёгунов никак не выберемся. Ух! Слушай, Лео, ты сегодня красавица, ты посмотри. Третья битва подряд, он всех сносит. Кто-то писал: Рэй, зачем ты берешь Леонардо вместе с ними? Бери типа его одного. Если я возьму его одного, друзья мои, у меня не будет вот этой прибавки, понимаешь, вот, к бонусам. Соответственно, я не буду повышаться в рейтинге. Так что это все сделано осознанно. Беру Леонардо самого сильного и вместе с ним прибавочка малышей. И в этом случае я получаю все кубки. И, естественно, награда у меня топовая. Соответственно, я повышаюсь. А если я с одним Леонардо сыграю, то никакого эффекта не будет, поверь мне. Так, ну что, здесь мы с тобой выбираем между... Вот, я возьму Наталью. Я уже решил, я уже посмотрел, что она из себя представляет. Грубо говоря, ничего. Но тут оригиналы. Слушай, это опасные типки на самом деле, оригиналы. С ними лучше не шутить. Если им дать волю, они сейчас тут всех моих раскромсают. Опять же, надеюсь на Леонардо. Но... Лео, красавчик, молодец, спасибо тебе большое. Вау, даже Майки Космос завалил Рокстеди. Господи, он был 45 уровня, а Рокстеди 50-го. Так, ну и мы с тобой пролетаем над гнездом кукушки на 44-ю позицию. Так, Антонио, Агниеска какая-то и Дат. Я думаю, что Агниеску я возьму. Полячка, что ли, какая-то. Похоже дело, да? Ладно, не имеет значения. И теперь будем уже вот этих вот ребятулек своих брать. Потому что, ну, хватит уже малышей терроризировать. Надо взяться по-крупному. Ну, Лео, давай, сделай еще доброе дело, пожалуйста. Он сделал. Наше дело не посрамить. Упс, Шреддер завалил Рокстеди. Кстати, сегодня Рокстеди какой-то вялый, да, заметил? Он хоть и выживает, но второго удара он просто пережить не может. И мы с тобой перемещаемся на... Вау, 27-я позиция уже. Слушай, хорошо идем. Рауль, Андре и Адиус. Давай, наверное, возьмем с тобой Андре. Да, именно его. Ну что, Лео, возвращаем тебя. И... Раз, два, три, четыре. В принципе, вот только меня Донателло здесь смущает. 57 уровень, стопудово он выживет после вертушки Лео. Лишь бы сюрикены свои не применил. Надо же. Даже Дони упал. Слушай, у Леонардо можно открывать уже свой счет по фатальным ударам. Он просто всех валит. И тем способом он дает нам с вами пробиться в Лигу Сёгунов 3 звезды. Поехали смотреть дальше. Леонид, Талис и Иван. Возьмем с тобой Леонида. Но тут уже противник посильнее. Уже 63 уровень здесь засветился. Поэтому мы с тобой... Не надо нам мухи. Мы с тобой возьмем Донателло. Так, а здесь хил у него есть в команде или нету? Посмотрим. Хил есть, муха. Так, ну тут и Бакстер Стокман. Опс, так, секунду. Попробуй, Хан, пробить. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, вот это плохо, вот это плохо. Твою же налево, что будем делать? Бросать баллончик? Ему хана. Хана или же нет? Ну-ка. Фух, Дони, спасибо тебе большое. Блин, Мунда Гека выжил. А он мог упасть, ему там стоило просто, знаешь, подойти сзади, по плечу похлопать, он бы рассыпался. Но здесь все удачно, и мы с тобой залетаем в Лигу Сёгунов 3 звезды, 92 место у нас. Так, хорошо, давай определяться тогда дальше. Здесь берем самого слабого, и, судя по всему, это у нас будет Анжела. Так, 3 отката всего лишь у нас осталось, поэтому нам нужно отыграть вот этих вот. Ну и, наверное, вот этих. Успею, я думаю, да? До того, как закончатся откатики на Лео, мы с вами хорошо отыграем. Погнали. Хопа.
Так, Сплинтер, успокойся. Ну-ка, Паукус, покажи им, где раки зимуют. Молодец, красавчик. Ну, смотри внимательно. У нас остаются всего лишь два отката с тобой, да? Ну и до мастеров, конечно, мы не доберемся. Не доберемся, потому что здесь будем очень медленно продвигаться. 76-я позиция. Это как минимум 7 боев. Откатов нету. Так, кубки, кубки, кубки. Давай вот этого возьмем с тобой, наверное, да? Руслана. Да и, в принципе, персонажи заканчиваются. Вот в чем большущая беда у нас. Героев нету, значит, мы с тобой дальше не сможем продвигаться. Таков закон игры. Но я постараюсь здесь по максималке выжить все, что смогу. Так, Шредер. Куна и эти. Ладно, попробуем. Отлично. Слушай, что-то сегодня у меня команда практически имбово действует. Нет вот таких вот промахов или еще что-нибудь. Просто всех валим и все. И это классно на самом деле. Потому что сейчас будет 60 какая-то позиция. 61-я. И у нас с тобой еще бой с Леонардо вместе. Поэтому мы возьмем с тобой либо Трипа, либо Кристиан, да? Или Лиану брать. Наверное, возьмем... Не-не-не, вот, я возьму Трипа. Возьмем Трипа с тобой. Железная голова так и рвется в бой. Вот неугомонный, а? Так, а у нас получается... Раз, два, три, четыре... Блин, как-то... Не очень хорошо получается. Один боец у нас с тобой не поучаствует. Почему-то это плохо. Окей. Так, давай-ка мы, наверное, вот так сделаем с тобой. И Донателло. Давай укусиком. Все. Так, двигаемся с тобой дальше. У нас с тобой теперь Леонардо не будет. Будем своими силами. Но, в принципе, у нас есть Усаги. Он тоже хорош. Поверь мне, он очень хорош. 46-я позиция. Почти, ребята, мы почти с вами в мастерах, но не хватает совсем маленько. Так, Сусу и Олег. Давай возьмем Олега, наверное. И вот так вот. Блин, Зэк остается у нас неотыгранным. И это плохо. Слушай, ну я могу, знаешь, что сделать? Попытаться оставить вот их троих и взять с собой, ну, предположим, вот так вот. Это очень опасно, на самом деле. Причем здесь майки у нас. Потому что если они пропишут... А они пропишут, поверь мне. Это будет очень больно для моих слабых персонажей. 45 уровень. Конечно, расколбасят. Но надеюсь на Усаги. Усаги сделает постепенный урон. Надеюсь на всех. Так, ну в принципе неплохо. Я тебе скажу, берем провокацию с тобой на Рафаэля. Минус 2. Так, и добиваем. Добиваем. Шредер даже попасть не может, если честно. Но сейчас Рафаэль психанет. Слушай, но есть шанс отыграть последний бой. Но боюсь, что без потерь не получится. Потому что там нет провокатора. Это раз. Во-вторых, блин, 31-я позиция. Во-вторых, нету никакого Усаги. Единственное, что нас может здесь спасти, это Глеб. Хотя провокация есть. Замедляшка есть, в принципе, можем. Можем здесь как-нибудь, не знаю, каким-то образом все-таки пробиться. Но у Усаги, точнее не у Усаги, а у Зека, у него слабая атака. Он будет первым ходить у нас, поэтому бросаем бомбочку сразу на замедление. Так, секунду. Теперь, наверное, будем с тобой запускать волну. Окей. И добиваем. Друзья мои, я вам скажу одно. Это было идеальное прохождение сегодняшней лиги. Ни одного, как говорится, подбитого нашего бойца. Всех ушатали, поднялись довольно круто. Смотри, у нас сейчас будет какая? 9-я позиция, то есть буквально один бой, и мы бы с тобой уже были бы в мастере. Но, к сожалению, у меня нет откатов. Ух ты, нифига я жетонов себе накопил. Давай-ка зайдем в магазин. Так, здесь мы никого купить не можем. А здесь мы с тобой копим на Микеланджело оригинала. 485 у нас жетонов. Кстати, мы с тобой на Бибопа кролика, да, купим? Чуть-чуть буквально нам не хватает, чтобы его приобрести. Точнее, не приобрести даже, а
повысить по рангу. Смотри-ка, здесь тоже, кстати, Рафаэль неплохо себя чувствует. Окей. Надо будет запомнить это дело. Кстати, здесь жетоны у нас разыгрываются. Может быть... Слушай, а давай сходим. Сколько мы успеем заработать? И, возможно, нам даже хватит с тобой сегодня приобрести ДНК на Бибопчика. Так, ну здесь с одного удара снесем, понятное дело. Потому что Змейка Вьюн 20 уровня здесь был. Но последнюю форму я вряд ли пройду. Там будет 80 уровень. Не получится пробить, у него две атаки будет. У него очень большая инициатива. Так, ну что, поехали. Здесь 40 уровень, потом, по-моему, 60 и 80. Или как, или сразу 80. Не помню точно. Но этого я уложу опять же. Так, давай бомбить. Упс, как-то ты так выжил. Змейка Вьюн, как ты выжил против удара от Зека? Непонятно. Ну что же, и пошли дальше. Сколько у нас еще жетонов в копилочку прибавляется? 60. Ох, нам этого за глаза. Да, третий эпизод, это будет у нас с тобой последний. Потому что, ну, на четвертом я, серьезно тебе говорю, не справлюсь. Не затащу. Если бы Змейка Вьюн был бы 80 уровня, да даже хотя бы Армагон, возможно, все бы получилось. Но не в этом случае, ребят. Так, и давай сделаем укус. Оу. Погоди секунду. Начинает психовать, да? А если так? Атаку понизили. И давай вот так сделаем. Все. Все, ребята, здесь хорошо, все красиво получилось. На 3 звездочки. И с тобой пошли приобретать ДНК на нашего Бибопа. Бибоп-кролик. 80. Ух. Подожди, какое? Я не хотел этого делать. Дайте мне, пожалуйста, магазин. Так, ну, 3 ДНК еще с тобой приобретаем. В общем, ребята, остается 5 ДНК насобирать, и мы его пропаем. Ну, а теперь настало время для испытания. Кстати, завтра у нас откроется с вами... Какой? Не завтра, через 2 дня только. Ну, а теперь мы идем с тобой на космические странности, и здесь нам нужны черепашки. Космические, естественно. Так, ух, ребятулечки мои, ребятули, ты посмотри, что мне тут подкинули. А это знаешь, что говорит? Что мы сегодня всех пройдем, всех разнесем и даже в конце Армагошу получим. Хотя он мне и не нужен. Ну, ради галочки, чтобы пройти полностью вот это все испытание, я, пожалуй, пробегусь. Так, давай, валим. Пич, шлепок такой. Мы, кстати, ДНК-то больше ни на кого не можем искать, да? В свободном доступе. Ксевьер Монтос прокачан, Джастин прокачан, вроде бы и все, да, получается. Остальных персонажей чисто нужно искать осколки. И это немножко грустно. Мне нравится набивать осколки. Так, ну что. И, кстати, вот многие ребята задают вопросы. Рэй, как ты там получил того героя или того? Я уже в каждой серии практически объяснял, как и что делать. И правильно ребята пишут в комментариях, что очень долго и много нужно играть. Только в этом случае ты получишь всех. Но, опять же, повторюсь, если ты играешь честно, без взломок, без читов и так далее. Ну, в случае, например, как сказать, молодых ребят, да, которым лень, времени нету, лучше, конечно, играть во взломку. От этого, конечно, интерес теряется. Мне так лично интересно прокачивать, собирать осколки. Ну, я думаю, вам тоже интересно на это смотреть. Поэтому, как бы, каждый делает свой выбор. Так, ну что у нас, ребята, это враги 25 уровня, 20, да, мы их тут всех разносим. А кто у нас тут босс будет? Кто-нибудь помнит? Я что-то не могу... Кстати, ты заметил, что давно не было испытания с Химерой? Давненько, очень давно. Я уже даже позабыл. С Химерой, и знаешь, с кем еще давно не было испытаний? С девочкой-роботом, помнишь, которая трансформируется? Я не помню, как это испытание называется, но его тоже давно не было. Иной раз оно просто чуть ли не каждый раз выпадает. А тут нифига подобного. Не дождешься. Так, ну что, тут 30 уровень врагов. Я думаю, никаких проблем вообще здесь не может быть. И 40 уровень, и 50, и 60. Короче, здесь вообще проблем не будет ни в одном этапе. Если только в последнем, самая малость. Ну, потому что там враг будет немножко посильнее. 75 уровня, по-моему, да? Ну, самое-то главное, что мы с тобой получаем осколки. Точнее, ДНК на наших персонажей. Черепашки
космические, нужно прокачивать их. Сам понимаешь, на них осколки нигде нету. Они не фармят, ну, фармятся после того, как ты пройдешь испытания. Но больше их нигде не найти. Есть только в паках, в каких-то там, в определенных. Но опять же, кто будет донатить или собирать целую кучу, извини меня, долларов, чтобы купить пак. И знаешь, как кота в мешке покупаешь, открываешь пак, а там тебе никто не выпадает. Особенно те персонажи, которых ты ждешь, их нету. А выпадает обычно то, что у тебя уже есть. И это обидно. Поэтому я как бы и не покупаю паки. Хоть вы и просите, да, там, накопи 2000 долларов и купи пак. Не, ребят, я считаю, это в моем случае, вот в данном, да, когда у меня практически все, не практически, а все персонажи найдены, и их нужно только прокачать, я уж лучше как-нибудь так тихонько, не спеша, прокачаемся с вами, а потом уже будем делать и составы, и все прочее. Потом будет самое интересное, это знаешь что? Выступать на эпических соревнованиях, да? Чтобы заработать на 7-ю стадию прокачек наших скиллов. О, тут голема, два брата. Я вспомнил, друзья мои. В последнем уровне, кажется, будут проблемы. Без жертв не обойдется, потому что там они уж слишком лютые. Ну, а здесь мы их разберем с полточка, потому что они тут даже и попасть-то толком не могут. Ну что? А, у меня же здесь автобус стоит. Так, Майки делает уклонение. Минус один сразу же. Все. Эти два брата-акробата, они самые легкие, да? Ну, потому что это самые первые боссы 40 уровня. Естественно, я здесь должен был запинать на изи. Потом, по-моему, они будут на 60 уровне, если я не ошибаюсь. И мы с тобой получаем ДНК на Рафаэля Космоса. Так, идем за Леонардо. Тут также я ставлю на автобой, и они сами все за меня сделают. Погнали. Просто с удара всех. Хопа-хопа, чикают в свое удовольствие. Так, погнали. Ну тут мутаген. Мутаген, мутант белки. Плюс эти дроны. Они даже ничего не успеют сделать, прикинь. Просто не успели даже сходить. Их всех запинали. А вот грибы меня всегда бесят. В любой. Вот смотри, он даже успел. Видишь, какая у него инициатива? Хотя он 50 уровня. Так вот теперь подумай, когда мы приходим, да? И грибы 80 уровня или 75. Нету шансов просто против них сделать первым ход. Я не знаю, как надо быть и кем, чтобы их, ну, опередить. Зэк, по-моему, если не ошибаюсь, может их опередить. Да, бросить бомбочку первым. По-моему, так. Ну что, упали, да? Распластались. Ну, мы с тобой получаем ДНК на Леонардо Космос. Леонардо Космос, Леонардо. Отлично. И мы переходим с тобой за Майки. Микеланджело Космос. Ну, тоже хорош. Я вот, честно говоря, ни разу еще не прокачивал ни одного космического черепашонка до максимума, потому что, ну, не было такой возможности. Но хотелось бы. И, наверное, больше всего Дони мне хочется. Мне нравится его на вот этот вот удар. Похож чем-то на Армагона. Ульта. Только Армагон сам бросает астероид, а Донателло ставит свой посох как маятник. И на этот зов летит астероид. В принципе, неплохая массовая атака. Хотелось бы, конечно, получить ее, прокачать, и все было бы ништяк. Так, ну что, бомбим. 60 уровень, кстати, уже, не забывая противника. Потом будет 70. Ну и в конце 80. По-моему, ну да, 80 вроде бы. Или 75. Посмотрим. Пока мы здесь с тобой все легко делаем, справляемся на изи. Стрелоза тут что-то выпендривается. Обожаю, когда дают именно вот на прохождение заданий полный состав твоих лучших персонажей. Потому что на 100% ты уверен, что ты пройдешь. Ну, даже пускай не всех давали бы, но хотя бы трех достаточно для того. И это желательно. Рафаэль, Лео и Майки. Ну, можно было бы, конечно, еще и Усаги. Так, ну что, забомбили? По-моему, на следующем этапе будет у нас опять босс. Опять эти два брата-акробата, два голема. Попробуем с ними разобраться. Так, Майки нам достается. И мы переходим за Донателло. Да, ребята, вот они, два босса 75 уровня. Здесь будем уже играть сами, потому что, ну, тут есть некая опасность и вероятность, что можно слиться. Так, поехали.
Видишь, что происходит? Тут они уже не падают с одного удара. Хотя Лео дает Джазу. Так, тихонько. Упал. Пробьешь? Пробил, молодец, красавчик. Ну, Майки, наверное, не пробьет. Хотя... Отлично. Кстати, ребят, скоро выходит игрушечка, которая называется «Один из нас два». Вы, наверное, многие знают ее, да? И, скорее всего, я тоже буду ее снимать. Но это все будет у меня на втором канале, естественно. Там игры, посвященные компьютерам, приставкам и так далее. Здесь не будет. Здесь будут единственные игры, которые я не допрошел. Да? Вот их надо будет пройти здесь. А все остальное полетит именно на второй канал. Так, ну что, давай бомбить. Так, минус стрела зад. Ах, Усаги, красавчик, как же ты мне нравишься, а? Бойкий парень. И Лео тоже бойкий. Кстати, вопрос тут задавался. Твои 5 любимых персонажей и 5 нелюбимых. Я не знаю, ребята, из любимых, наверное, вот это вот, вот Рафаэль, Лео, Усаги, Майки. Ну, как ни странно, он не самый мой любимый персонаж. Хотя я его беру, но беру ради уклонения. Мне кажется, у меня все-таки больше идет симпатия к Армагону. И кого бы еще? И, наверное, Крэнк. Хоть он у меня и не прокачанный, но он мне нравится. А нелюбимые — это, наверное, Кирби. Потом... Тихо, тихо, тихо! Кирби, Муха. Кто у нас там еще? Ксивер Монтес. Мне не особо нравится этот парень. Так, далее кто? Это я трех назвал, да? Не нравится мне Острозуб. Джастин. Вот, наверное, все. Я считаю их более такие слабые персонажи. Мне даже вот больше нравится Пит, голубь. Ну, все, наверное, знают его. Но он очень-очень медленно у меня прокачивается. Вообще просто жесть, как медленно. Не знаю, когда я его вообще прокачал. Он, по-моему, самый отстающий у нас. Так, подожди-ка, я тут заигрался. Мне нужно, знаешь, что сделать? Отхил в ближайшие секунды, вот. Потому что босс после этой волны. И нам нужно будет встретить его, как говорится, в полном боекомплекте. Потому что он там будет жарить. Да что такое, я не мог... Почему? Почему я не мог попасть? Ну, подожди, ребят, давайте пробафаемся на всякий случай. Ну его нафиг. Пойдем к боссу, чтобы хотя бы контратака у нас была. Контратака, защита, вот теперь вот хорошо. Хил нам еще нужно будет сделать с тобой. Ну что же, встречаем двух големов. Надеюсь, мы дадим достойный здесь отпор. Боюсь, лишь бы он только не плюнул своей лавой, а тот не сделал свою шоковую терапию. Это массовые атаки от этих големов, которые могут нанести нам серьезные повреждения. Так, давай я на всякий случай еще сделаю уклонение здесь. Уж лишним точно оно не будет. Начинает вот это, вот про это я тебе и говорил. Хорошо, что мы с вами в увороте, в защите. Так. А этот шоковый, да? Опять нам повезло. Никому не нанесли, ну, нанесли повреждения, но не такие глобальные, как могли бы. Окей. И добиваем. Слушай, по-моему, все-таки на Армагоне тоже будут эти два босса, если я не ошибаюсь. Сейчас проверим. Сейчас мы с тобой глянем, секундочку. По-моему, будут они там. Так, Донни Космос нам достается. И смотрим. Твою ж налево, да, друзья мои. Здесь они будут. Но здесь без потерь, наверное, уж точно не обойдется. Но, тем не менее, я должен попытаться пройти это все дело. Ох, елки-палки, будет сложно. Так, контратака. Ну давай я поставлю уклонение. Слушай, прикинь, они себе накастовали двойную атаку. Всем. Ого. Понеслась, да? У них инициатива еще что ли такая большая? Ты посмотри, они не дают мне практически ничего сделать. Контратака еще у них. Так, минус. Этого... не, я хотел вот этого бомбануть. Давай волну выпустим. Пока дойдем до босса, она у нас откатится с тобой. Прикинь, я даже на них не повесил постепенный урон. Но они 80 уровня. Это понятное дело. Хопа.
Готов. Так, пойдем. Единственное, я не понимаю, мы идем за ДНК Армагоном, да? Почему они не могли сделать его боссом? Почему каких-то големов выставляют? Немножко странно, да? Так, провокацию взял, да? Ну хорошо, хорошо, мы тебе сейчас первого и положим тогда. Отдыхай. Добили. Так, Усаги, не подведи. Молодец, хотя бы заблокировал, да и добил еще. Ну что же, оп. Лео, ты что-то как-то сплоховал маленько. Третья волна. Остаются еще там две волны впереди. Слушай, вот с этими, конечно, не хотелось бы тут долго возюкаться. Вот если честно. Нам нужно будет перед боссом с тобой тоже подготовиться. Ну, сделать баф на себя хороший, да. Уклонение повесить. Полностью быть здоровым, отхиляться. Потому что те големы, поверь мне, они шутить не будут. Они если сделают свои вот эти вот удары, шоковая терапия и магма плевок этот, поверь мне, без бафов мы просто там упадем. Вот Бакстер Стокман стопудово может упасть здесь. Так, Армагон. Ё-моё. Слушай, ну тут надо делать массовую атаку. Понимаешь? Так, а теперь... А-тя-тя-тя-тя! Что ж ты делаешь-то? Понеслась. Дал, как говорится, им фору. И сейчас будет это плохо. Блин, мы не можем пробить. Так, это у нас последняя волна, да? Врубаем уклонение. Так. Теперь выпускаем маузеров. Хильнуться забыл. Так, это же последний. Давай пробафаемся с тобой. Так, баф повесили. И остается только лишь захиляться. Все, ребята. Теперь добиваем этого Рафаэля. Твою ж налево, что он сделал? А? Ты посмотри, он мне в конце повесил понижение защиты. Слушай, ну по-моему сейчас оно не будет, да? Оно спадет. Так, волна пятая, последняя. Вот они эти аглоеды пришли. Начнут тут сейчас бороться. Ага, между собой. Тут все, пятая, десятая. Оп, увидели. Переключ... Блин! Висит, ребята. Эта срань на мне висит, ты понимаешь? Так, Усаги, не подведи. Так, ну хотя бы так. И думай, кого пробить. Они тут оба плохие. Оу. Так, а это сейчас, наверное, вмажет. Так, попробуем вот так вот бомбануть. Сейчас что-то будет. Чувствую, сейчас он... Сделает, да? Ага. Окей. Так, ребят, пока вроде бы ништяк, все хорошо. Давай так попробуем. Есть. Идеальное прохождение события. Они не успели ничего здесь сделать. Ни один, ни второй. Так что... Я нас всех поздравляю с этим, ребят. Получил Армагона. Фух. Слушай, ну было прикольно. Сегодня серия была вообще какая-то угарная, быстрая. Такая... Знаешь, на позитиве. Да, ребят, на позитиве. Ну что, друзья мои, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.